Так. Покупают моющие. Сейчас потом пойдем, будем делать плов у Вари. Мы пришли в магазин, в общем, вчетвером. Варя пошла с йогурт делать. Как приятно знать новый мяч. Хорошо. Обычно бы с какого пенис прислали. Работай, хорошо. Давай. Как это так? Так, если что, то что? Я заслужил. Перевырывай. Музыку выключи. Ну, это металл какой-то. И что, и как, мы стоя будем, да? Ну, обычно девочки сидят. Или наружу. Это я вообще без шпуки. У меня был друг, у которого была, блядь, боязнь пупков наружу. И что такого? Ну, в смысле, он пупок у него падал, если вот прям максимально точно объяснить. Что значит падал? У тебя пупок наружу? У меня нет. Но он покажи. И не вовнутрь, и не наружу. Покажи. У меня какая-то не очень. Шоколад. Я уже поел. Ну, блин, поскольку я вас опять же не заснял. Любимый вчера поздно, где-то только в 00. Вот, сегодня я проснулся где-то в 8:20. Или сколько? Да. Завтрак. Сейчас идем с Варей в центр. Ей на тест. Вот такие дела. Вчера, в общем, Варя себе сделала первую дозу вакцины. Вот ее сертификат. О первой дозе. Вот. Ну, не знаю, как сегодня будет ПЦР-тест. В интернете написано, все должно быть в порядке. Типа, что должен быть негативный. Да. Я в Грузии не был. Посмотрите, какие крыши. Так, мы пришли сдавать здесь ПЦР-тест. Вот у них какое-то отберово место. У нас билет 85. Сейчас номер человека 64. Перед приходом сюда нужно заполнить какую-то форму. Я так понял, ее можно заполнить и онлайн на сайте. То есть перед нами 20 человек в очереди, работает с 8 до 12. Ну, я думаю, мы успеем. Да? Так говори, чего? Они постоянно катались, а мы один раз, но я-то с девочками. Потом их запалили менты, мы оплачивали штраф. Да? Они, короче, искали работу. А как их запалили? Ну, я не знаю, ну, эта компания, потому что они очень, они прям весь день с утра до вечера катались по лебедям. Прикольно здесь такой ТЦ, да? Или что это? Почему? Самое время записать видос. Вот смотрите, это вход в китайский ресторан. Время 11:45. Ну... Шехот узавше. Пошли на самообслуживание. Да, давай. В общем, мы пришли в Лиду. Он такой крутой. Цены здесь на акции. Сейчас идем на кассу. Ой, проминте. На кассу самообслуживания. Вот это я взял сыр, у меня только закончился и булки. Варя взяла перекусить. В целом здесь магазин красивый. Смотрите, нам дали такой чек, он походу с переработанной бумаги. Так, вот такой вот магазин. Выглядит прикольно. Он находится в торговом центре. В новом бизнес-торговом центре. Так давай здесь покушаем. Да? В теплении. Так снимай маску и все, и кушай. Ну, хорошо, пошли там где-нибудь, на лавочку. В общем, есть вход наверх, и там дальше универ. Устал, отдыхает.
И что? Вот у нас и шарфы. Нет, ну шарф это совсем другое. Разве? Да. В чем разница? Я бы реально паски поиграл. Ведь вообще вам могу поверить, живенько еще, правда, вас ему. А то вы к студии начали до конца нам. Нам дал всем сикабат. Так иду долго. Кваря, кваже. Квари. Квари. Он бы их помог из куфри. Также все, я не купил туда. Одевали сме убец ниц. Жадное видео. Убец. Убец ниц. Ученого, общизнивого сам не одевал. Ты вон. Не прочь. Я думал, так сам плакал. Я не видел, но я бы вам рекал, что это все на плакание. У меня не спи споину с тем, что я пошла. Жеко. От студия пожат не утогой мой камарад. Надо дым прочь. Не буду. Ну, боже, я всем виден сам. Соседка. Не сосед. Ой, промеч. Сосед, сосед. Вы ко мне сейчас никто не въехал. А как вы там сейчас всем ключи дают? Все, сейчас очередь на рецепции, капздец будет. Что, если у меня дверь захлопнется, мне ждать полночи. Да. Я буду вас. Можешь у меня в комнате, там кровать как раз есть. Так, вот это я себе сделал. Так, перекусик, так скажем. Пока переодевалась.